Компания Toyota объявила о начале российских продаж кроссовера Highlander нового поколения. Новинка доступна у нас в двух комплектациях – Prestige и Lux Safety по цене от 3 688 000 рублей за начальный вариант и от 4 291 000 рублей за топовую версию. У нас было отличное завершение 2019 года, ознаменованное стартом продаж модели Highlander 2020 модельного года. Также я очень взволнован и хочу поделиться с вами тем фактом, что абсолютно новый Toyota Highlander гибрид на этой неделе встал на производственный конвейер в Индиане. Напомним, прием заказов на новый Toyota Highlander открылся 31 июля. С тех пор кроссовер пользуется ажиотажным спросом. Количество предоплаченных заявок на автомобиль превысило план на 142%. Причем большинство покупателей выбирает топовую версию Lux Safety. Напомним, со смены поколения Highlander перешел на современную платформу TNGA-K. Утверждается, что новинка стала безопаснее, комфортабельнее, надежнее и качественнее. Кроме того, лучше управляется. Длина нового Toyota Highlander выросла на 76 мм и составляет 4966 мм. В ширину кроссовер добавил 5 мм до показателя 1930 мм. А вот в высоту новинка потеряла 15 мм, и теперь ее показатели 1755 мм. Салон имеет трехрядную компоновку. В России будет предлагаться только семиместная схема 2 плюс 3 плюс 2. Когда все сиденья разложены, объем багажника составляет 456 литров. Если сложить два задних ряда, его можно увеличить до 2075 литров. Toyota Highlander для российского рынка оснащается только одним двигателем – атмосферным V6 объемом 3,5 литра с отдачей 249 лошадиных сил и 356 ньютон-метров крутящего момента. Машину можно заправлять бензином АИ-92. Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод только полный. В базовую версию включены 10 подушек безопасности, светодиодные фары и задние фонари, трехзонный климат-контроль, отделка салона искусственной кожей, датчики света, дождя и давления в шинах, электропривод дверцы багажника, бесключевой доступ в салон и старт двигателя с кнопки, система мониторинга слепых зон, функция помощи при выезде с парковки задним ходом, электромеханический стояночный тормоз, противоугонный идентификатор T-Mark, камера заднего вида с динамическими линиями разметки и электропривод регулировок сидения водителя. По умолчанию в комплектацию нового Highlander также входит зимний пакет, который подразумевает подогрев сидений, но это первый и второй ряды, руля, зеркал, лобового стекла, а также дополнительный отопитель салона. Версия Lux Safety оснащена пакетом активной безопасности Toyota Safety Sense, аудиосистемой JBL с 12 динамиками, 4 камерами панорамного обзора и системой автоматического переключения дальнего света на ближний. Вы смотрели видеоверсию сайта Trantas News. До скорого!